Одного убил, другого чудом спасли медики. Дважды устроившего поножовщину в Архангельске задержали. Как сообщает Следственный комитет, в убийстве и покушении на убийство подозревается 24-летний ранее судимый житель Каргопольского района. Установлено, что 2 апреля ночью на набережной у Соломбальского моста он нанес не менее 6 ударов ножом незнакомцу. Потерпевший остался жив благодаря медикам скорой помощи, которую ему вызвал водитель такси. 5 апреля в ночное время у жилого дома по проспекту Дзержинского в городе Архангельске подозреваемый причинил не менее 9 ножевых ранений шеи и головы ранее незнакомому 43-летнему мужчине. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Свою вину он признал и пояснил. Одного ударил ножом, потому что не понравилось поведение, с другим вступил в словесный конфликт. Следствие по делу продолжается.